я пришла потому, что действительно наступает возраст, когда человеку требуется предпенсионный, начало пенсии, требуется общение с психологом, общение с людьми, попавшими примерно в твою же ситуацию. Требуется как-то больше понять, осознать себя, осознать новое свое место в обществе, в мире, осознать, что ты не один такой, что целый пласт людей, у которых такие же ситуации, и как с них правильно выйти, как с них лучше выйти, как интереснее выйти, чем заняться в это время, чтобы действительно быть полезным и себе, и людям, и не продолжать жить полноценно, интересно, общаться. Тем более пришли все очень-очень интересные люди, очень симпатичные, красивые, желающие что-то узнать, интересующиеся. Поэтому очень хорошо, очень интересно.